Значит, две серии очень простые. Серия номер один был сильный дождь на старте. И, ну, естественно, все грязно. Мы нам казалось, что ой-ой-ой-ой-ой-ой, там все страшно, дождь. А по второму проходу могу сказать, что даже с дождем было чуть легче, потому что потом, видимо, вода ушла, а грязь жидкая осталась. Ее так много, и это, ну, такой, это реально такой камелотрофи. Скажи так, то, что мы мокрые, это, наверное, ничего не сказать. Это, ну, это ужас. Я вообще, в принципе, не понимаю, как люди... То есть у нас стоит ветровое стекло, ну, стекло, и нам проще. Я не представляю, как ребята едут без ветрового стекла. Вот такие, как бы, ну, дорога, и в ней такие лунки. И вот эти лунки полные грязи. Ты таким в нее ныряешь, выныриваешь, только размахнулся, и опять в нее хлоп. Ты просто заезжаешь, у тебя, грубо говоря, капот отказывается под водой. Я в какой-то момент педаль газа не нажимал, потому что у меня ноги были в воде полностью. Просто очень большие броды. И, ну, просто там пару мест вообще уникальные. Там, по длине, по глубине. Ну, речка, я говорю, когда вот большой брод, он прям в дорожной книге там написано, типа, 70 сантиметров глубина. Я думаю, что как минимум так и есть. А может, даже ввиду сильного дождя и глубже. Вот так прям на багунде там прям по капот погружается. Так он... Ну, мы там, правда, потихонечку, потому что там точно нельзя большим ходом. Ну, просто бессмысленно. И там такое еще место, там такой заход налево-направо и... Не спеша. Ну, мы ехали очень аккуратно, как бы не особо лишковали, но тем не менее там вот старались темп поддерживать, который, так сказать, приняли с утра. По-моему, даже по времени получилось прохода почти одинаковые, если не ошибаюсь. То есть там, может, с небольшой разницей.